Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Game Tactics. Меня зовут Вячеслав. И мы продолжаем с вами снайпера. Ghost Warrior. Третья часть у нас. И идем на какое-нибудь новенькое задание, наверное. Посмотрим, что у нас здесь. Так. У нас прятки. Ага. Найди и убей Ивана Крущева, одного из лидеров сепаратистов. Последний раз его видели в многоэтажке, которая тщательно охраняется. Так, ладно. Что у нас тут по навыкам? Поисковик, эхолокация, оператор. В режиме разведки видна зона покрытия камер системы. Ага, это хорошая штука. Постигший дзен. Задержка дыхания при прицеливании на 50% дольше. Так, ну тут уже все. Тут у нас карманник. Обыск трупов после убийств в ближнем бою происходит автоматически. Для создания ловушек требуется меньше ресурсов. Меньше урона взрывов. Ну, наверное, вот это возьмем карманника. А, у нас уже взят. Так, хорошо. А, больше мы не можем. Тут у нас 3 очка. Для изготовления патронов требуется меньше ресурсов. Выносливость расходуется медленнее. Бегун. Возможно держать при себе дополнительный магазин для штурмовых винтовок. Угу. Ну, давай вот это возьмем, наверное. Так, кровать нам не надо, дневник, понятно, верстак. Верстак, устройство, снаряжение нам не хватает, боеприпасы. Так, что у нас здесь? Противопехотная, картечь. Ну давай, не знаю, возьмем что ли, сколько нам взять, 10, получится? Получится, отлично. Так, такая у нас снайперка. Угу. Что за звук? Какой-то странный звук произошел. Ремонт. Конечно. Отлично. Увеличенный магазин мы пока что не можем. Но мы можем взять оптику получше. 2400 берем, конечно. Десять икс, отлично. Так, ну все, в принципе. По дополнительному оружию у нас... Да я думаю, в принципе, тоже ничего такой аппарат. А ну-ка, изменить. 4000 увеличены. Давай возьмем. По прицелам ничего. Глушителя тоже здесь нету. Фонарь подойдет. Отлично. Ну все. Так. О, есть такое дело. Тут у нас все понятно. Так, по патронам, ну, в принципе, я думаю, 15,5, я думаю, должно хватить. Что, куда идем? Так, указать масштаб, двигать. Машина рядом у нас.
Got some new intel for me? Есть ли у меня новости? Новая категория целей, список самых опасных преступников. Это ребята худшие, что есть у сепаратистов. У каждого на совести жуткие военные преступления. УСО хочет, чтобы мы их ликвидировали. А так можно? Правосудие по-американски. Сначала стреляй, а потом задавай вопрос. Ну, я в поле уже не смотрелся на художество сепаратистов, так что вопросов у меня не будет. Они пытали и убивали военнопленных, насиловали гражданских и сжигали их жилье. Первая цель в списке — Иван Крущев. Иван Крущев. Помню такого. Львы Родки говорили, что его можно найти в жилом массиве. По новым данным, он где-то рядом с комплексом. Этот параноик всегда таскается с вооруженными телохранителями. И не выпендривайся, Джон. Зашел, сделал дело, вышел. Нанеси как можно побольше ущерба и возвращайся. Понял? Конец связи. Вот такая вот история. Что тут у нас? Список преступников. Так. Иван Крущев. Прямо тут досье на него, ты посмотри, какая подробность. Включите режим разведки, чтобы получить дополнительную информацию об объекте. В дневнике вы можете отслеживать объекты. Ну, вот так вот он выглядит, красный берет, походу. Ну ладно, завалим. Ага, понятно. Так, ну пошли. Наведаемся к Ивану Крущеву. Так, куда идти? Сюда, сюда, сюда. Не, мы сюда, наверное, не выйдем. Да. Так. Так, ветерочек у нас такой дует. На дворе ночь. Так, нам показывают, куда идти. Немножко проедемся на нашем крутом багги. Оп, отлично. Ох, он наваливает, ничего себе. Скоростной багги. Нам показывает. О, тут у нас перекрыто. А мы поедем сюда. У нас же баги, да? Мы можем это дело все объехать. Так, тут у нас костер горит какого-то хрена. Еще не попасть на дружков разных. Так, а вот и многоэтажки. Я думаю, что будет нормально вот где-то здесь залезть и разведать обстановку. Если получится у нас. Получится, смотри, как он прыгает. У нас же здесь паркур. Имение Дайтбора. Джон, не забудь найти беспилотник. Он все еще работает. Координаты отправил. Твоя задача — первым прибыть на место падения и изъять данные. Роджер. Сделаю. А, у нас еще и бонус здесь есть, оказывается. Ага. Что мы здесь имеем?
Тут кругом охрана, пробраться в здание будет непросто. Придумай что-нибудь. Может снять его с дальней дистанции? Ну, можно здесь снять, конечно. Так. Так, движение, вижу. А ну-ка, дружок мой. Разведай обстановочку. Ну, броневик, конечно, это дело такое интересное, блин. Я не знаю, как мне его взорвать. Так, тут у нас никаких снайперов пока не видно. А вот беспилотник, где у нас бонусный, я вот не могу понять. Где-то, наверное, здесь показывало. Низкий заряд, ладно. Фух, так. Как бы нам пробраться в тот дом? Вот это мне интересно. Можно здесь спуститься. Так, ладно. Потихонечку. По чуть-чуть. Пробуем его снять. Без шума и пыли. Нормально вообще. Там походу снайпер сидит. Откуда он меня палил вообще, не понять. Кто-то меня палил. Вижу. Так, ладно. Куриц. Курение вредно. Тихо. А он у меня палит вообще или нет? Да, сидит, падла. Метров. Не вижу его голову. Вообще не знаю, стоит ли это делать сейчас. Пробую через окно, что ли?
Все тихо. Глаз. Так. Так, мы здесь зайдем, нет? Тихо, тихо. Ну, в чем проблема? Такой вот скалолаз. Ага. Залезаем через окно. Фуф. Кто-то еще здесь есть. Успел. Так, кто-то наверху кто-то. Кто-то курит даже. Да, кто-то шмалит. Блин, у меня глушитель почти сломался, ёлки-палки. Глушитель отказывает, охренеть. Как вообще мы его подремонтировать, блин? Там что за движение, не могу понять. Что-то побежал, ёлки-палки. Да выходи ты, твою ж налево. Вижу, 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 вижу. Все, началась буча. Ну ладно, будем валить, козлов. По-тихому не получилось у нас. Так, а как нам туда забраться вообще? Тут
будешь запрыгивать вообще или нет, а? Будет. Так, друзья. Где же этот беспилотник, ёлки-палки? Все, успокоились. Roger, return to post. Так, тут ничего. Тут у нас тоже все пусто. Тут не пройти, нужно поискать другой путь. Почему? Мне кажется, все довольно проходимо. Механические детали. Так. Тут у нас дыра. Тут у нас типа был душ. А, в смысле наверх, не пойму, я понял. Ну ничего, найдем сейчас еще одну дырку. И как-нибудь залезем. Тут все закрыто. Похоже, единственный путь через балкон. Повиснуть. Так. И куда? Оттуда весь поселок будет как на ладони. Ну это понятно, но мне нужен бонус в виде беспилотника. Глушитель не работает, ёлки-палки. Электронные детали. Это все хорошо. Электронные детали, это хорошо. Где же беспилотник-то? Нам показывают где-то здесь. А, тут завалено. Ты он. Я нашел упавший беспилотник. Возьми его. Похоже, это то, что мы ищем. Right. Хорошо. Отлично. Так, друзья, движемся дальше. Что тут у нас? Ага, место для снайпера там. Я понял. Так, раз, два, три. На сколько ты, 60 метров? Оп, красота.
Вижу Крущева. Где? Да, я занял эту позицию. Есть. Выбираться? Да подождите, я еще не закончил. Кто там прячется? Да елки-палки, покажи свою макитру. Не вылази, ты смотри, зараза. О, блин. Чуть-чуть еще, чуть-чуть. Вот так. Так, вот тут у нас стоит, похоже. За деревом. Ладно. Добьем по пути их всех. В принципе, можно брать и вот этот ствол. Так, а как нам выбираться теперь? Stay cover, я здесь не пройду, блин. Придется через крышу идти. Зараза такая. Ладно. Патрол, патрол. Да что ж ты так прыгаешь-то, елки-палки. Дурачок, что ли? Прыгнул с третьего этажа. Так. У нас там еще пару лысых осталось по-любому. Вот там ходит. Там ходит, вижу. Сколько? О. До 100 метров. Сила. Сняли. Так, там. Сколько? 125. Ах ты ж, зараза. Повезло-то как ему, а? Ну? We need support. Locate the shooter. Так, ладно. Идем на пролом. Надо все-таки добить всех. Оставлять свидетелей нельзя. Так, надо посмотреть поближе.
Ты смотришь, что он там делает? Ёлки-палки. Мы этого Хрущева, как бы Хрущева, завалили. Отлично. Минус один. Не видно. Так, вот там вот стоит один хрен. Меня он напрягает. Потому что он стоит возле миномета. Так, ну я надеюсь, что здесь никого. Заперто. Вижу его. Так. Если я не ошибаюсь, то там у нас еще один сепар остался, и все. И территория зачищена. Да? А ну-ка, проверим. Не, нету. Чисто. Странно. Так, а нельзя им вообще воспользоваться этим минометом? Не, никак. Так. Интересно, может быть, у этого Хрущева там что-то лежит такое? О, у нас тут еще алмаз надо забрать. Лишние... Что это такое? Лишние денежки нам не помешают. Товары для обмена, отлично. Так, ванну нам не надо. Тут закрыто. Идем выше. Так, ты кто? Ты у нас снайпер. Стронский 98. Хм. Какой красавчик. Ух ты. А у нас XM2015. А ну-ка, ух ты, какой. Какой интересный, смотри-ка.
Масштаб 8. Но... А ну-ка, стрельнем-ка. Ничего так. Стреляет, но я все-таки заберу свой. Трофей. Вот так вот. Так, тут где-то у нас еще. А где? Где-то здесь, нет? И здесь. Не здесь, так. Поднимемся еще на этаж. Ага, вот он наш красный берет. Отдыхает. Очки такие у него, смотрите. Какая у него поза интересная, друзья. Вот такой вот у нас генерал. Так. Ну, я так понимаю, что... Телевизор вредно смотреть. Отлично. Все, можно сваливать отсюда. Погнали. Ну, правда, не так все гладко прошло, конечно, и тихо, но... Я думаю, что и так пойдет. Товары для обмена, отлично. Бежим к нашему багги. Есть такое дело, прятки. Вот такая вот миссия, друзья. Эй, Джон, ты наделал шума. Спасибо, если не шутишь. Нет, я серьезно. Сепаратисты срут кирпичами, поняли, что имею дело с профессионалом, но по имени тебя еще не знают. ОСО перехватило местные переговоры. Местные у тебя уже легенды слагают. В переговорах они упомянули комплекс спутниковой связи где-то в горах. Боже, если мы его взломаем, мы реально возьмем сепаратистов за яйца. Задание выполнено, солдат. ОСО получило свои данные. Ожидаю новых указаний. Конец связи. Ну... Ок. Давайте, наверное, на этом закончим на сегодня, друзья. Отлично, так постреляли, побегали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на плейлист в описании под видео. И до новых встреч, будьте здоровы, пока-пока.